Коллеги, завершилась серия между командами Боруссия Авангард и Наполовской матчевой пресс-конференции после пятой игры. Главный тренер команды со стороны команды гостей Свен Бо Хартли, со стороны команды хозяев Андрей Владимирович Калюка. Мистер Хартли, please your commentary about the game and the series. Okay. I'd like to congratulate Boruss on a great season and those playoffs. This playoff round was, you know, was very tough on both teams, many injuries on both sides, and I think that despite that, like, it was great hockey being played concerning today's game. You know, like, they had a great first period, they scored their second goal right in the first minute of the second period, and, you know, like, I have to give unbelievable credit to our players to come back with 2 5-on-5 goals and then 2 power play goals, and to sit with a 2-goal lead after 40 minutes, that was quite a turnaround, and I felt that right there, you know, like, we took control of the game and we played a very smart third period. So everyone chipped in, and it's a very good team win. Very proud of my guys. Хочу поздравить Борис с великолепным сезоном. Это была непростая серия для обеих команд. Травмы были и в той, и в другой команде. И если говорить о сегодняшней игре, то, конечно, был для нас непростой момент, когда пропустили мы второй гол в начале первого периода. Но я хочу поблагодарить своих ребят за то, что они сумели вернуться очень быстро в игру. 2 гола в расстановке 5-5 в равных составах после этого. Еще 2 гола в большинстве, и это, собственно, был поворотный момент в матче. После этого никто не выключился, все шли и боролись до конца, собственно, поэтому и заслужили эту победу. Спасибо. Андрей Владимирович, пожалуйста. Ну, хочу поблагодарить, в первую очередь, конечно, «Авангард» за эту серию. Такая очень интересная. Мне единственное сожаление, я не знаю, по сегодняшней игре есть смысл говорить или нет, но в целом, я думаю, мы ее проиграли, наверное, в неравных составах, скажем так, потому что не смогли мы справиться с большинством «Авангарда». Но на самом деле большое сожаление даже не в этом, а в том, что мы не смогли подойти в оптимальном составе к такому противостоянию. Вот. Но в целом хочу, конечно, поблагодарить болельщиков, мне кажется, за сезон, и особенно в конце уже сезона. То есть болельщики уже пошли именно на Борис, уже независимо от того, кто приезжает. Если по сезону еще в зависимости ходили от соперника, то, как нам кажется, вот, и ребятам, и тренерскому составу, что уже как бы пошли болеть за свою команду. Пошли болеть за свою команду. Я думаю, что это тоже дорого стоит. Поблагодарить болельщиков, конечно, за поддержку. Еще раз говорю, конечно, есть сожаление, что серия для нас закончилась, да, и сезон закончился. Но я думаю, что это был неплохой сезон. Это был неплохой сезон, учитывая, как мы его начинали, как команда строилась с нуля практически. Я думаю, что по лету, по пресезонной подготовке мало кто предполагал, что команда настолько будет уверенно идти по сезону, и практически без провалов мы прошли весь сезон. Поэтому еще раз говорю, хочу и команду поблагодарить, и болельщиков за этот сезон. Спасибо. Can I also say that I would for the Alms Avangard organization, I would like to say спасибо to our numerous fans that drove all the way from Alms to come and support us, and, you know, like, you guys here, you have an unbelievable rink, like, you have great fans, and the atmosphere was very, very good. So thank you to Boruss fans, and thank you also to Avangard fans for supporting us. Хотим сказать большое спасибо болельщикам и «Авангарда», и «Бориса», конечно, болельщикам «Авангарда» за то, что приехали из Омска нас поддержать. Здесь отличный стадион, отличная атмосфера, и спасибо большое всем. У нас просьба, так как мы улетаем, можно нам сначала вопросы, и когда они закончатся? Есть вопросы для тренера гостей? Нет, спасибо. Спасибо. Thank you. Good luck. Олег, до свидания. Спасибо вам. Так, и вопрос, пожалуйста, Андрею Владимировичу.
Здравствуйте, IT сайт vita.kz. У меня такой вопрос, что полностью ли команда воплотила все ваши планы в игре в плей-офф, и что вам сегодня не хватило, чтобы эта игра стала не последней? Ну, вы знаете, когда вы проигрываете заканчиваете плов по проигрышу в последней игре, естественно, вы разочарованы, потому что сезон для вас заканчивается. Поэтому что не хватило, ну, я уже сказал, что состава оптимального нам, наверное, в первую очередь не хватило, потому что если брать сегодня даже линию обороны, то это практически 60% это ребята из «Намада», которые пришли. Но первый период нам удавалось где-то вот этот момент держать напряги. Во втором, когда соперник добавил, в общем-то, и проявились немножко слабые стороны. И я уже сказал, что нам в этой, не только сегодня, но в этой серии мы проиграли, еще раз говорю, в неравных составах. 5-5 больших проблем у нас не было. Спасибо. Еще вопрос, пожалуйста. Юлия Голова, Вести КЗ, Андрей Владимирович. Понятно, что, может быть, еще рановато об этом говорить, но у меня есть до чемпионата мира. И примерно какие сроки, когда команда будет собираться, сколько отдыхать будете? Мы подумаем, потому что у нас продолжает играть «Намад», да, в чемпионате Казахстана. И у нас есть ребята, которые на двусторонних контрактах, которые могут там. Но предположительно с первого числа мы посмотрим. Наверное, начнем собирать ребят, которых мы хотим посмотреть не из системы, скажем так, Барыса. Спасибо. Еще вопрос, пожалуйста. Есть вопрос, Андрей Владимирович, спасибо за сезон. Чего не хватило и что было самым сложным в последние 2 недели? Спасибо. Я уже сказал. Лично у вас? В смысле лично у вас? Лично для вас что было самым сложным, чего не хватало, не высыпались, может быть, последние 2 недели в работе? Да нет, все, спали нормально. Здесь проблем нет. Ели и пили, да. Ну и еще раз говорю, что, во-первых, я могу сказать, что, ну там, если какой-то такой короткий итог подводить, что наша тройка, которая, в общем-то, много игр для нас, для команды выиграла, это Петерсон, Кормье, Старченко, то есть ее просто не стало, да, в тот же Кевин Далман, да, он уже возрастной хоккеист, но большинство, которое было, это все строилось через него, да, то есть у нас было 2 хороших большинства, то, чего нам и не хватило, в принципе, в плов. Поэтому, ну, я не знаю даже, что, ну, естественно, вот эти моменты, которые с травмами связаны, вот эти моменты, они, конечно, сильно расстраивали и сильно волновали. Не то, что расстраивали, волновали, мы пытались как-то из этого выйти, но эти не смогли. Была одна игра, которая в Омске, я думаю, что если бы мы ее в свою сторону склонили, 4-я, когда мы, в общем-то, здорово играли весь матч, и этот гол такой курьезный, наверное, немножко вот он. Когда 2-2 или 1-3 – это разные вещи, да, когда ты идешь. Поэтому, наверное, вот так, если я ответил на свой вопрос. Еще вопрос, пожалуйста. Андрей Владимирович, хочется поблагодарить вас и команду за хорошо проведенный сезон. Действительно, мало кто уверен, наверное, что вы так здорово проведете сезон. Вы сумели сбалансировать все звенья. И, ну, конечно, понимаем, в плей-оффе, что было, мы видели все сами. Разбирается в хоккее, тем более. Поэтому еще раз благодарим вас за хорошо проведенный сезон, ну и желаем поскорее вам восстановиться и подойти к чемпионату в боевом составе. Спасибо, я вас благодарю за вопросы, которые вы задавали на протяжении сезона. Не, это нормально, потому что приходить на пресс-конференцию, когда нет ни одного вопроса, это неинтересно. Причем очень долго идти. Андрей Владимирович, от имени всех болельщиков и журнала «Хоккей» хотелось бы тоже поблагодарить за сезон. Конечно, хотелось бы участвовать в финале конференции, но сложно играть с командой, у которой такие прекрасные медики, безнадежно травмированных игроков за 1 день ставят на год. Но в любом случае, большое спасибо. Ну, давайте, серия закончилась, здесь уже, как говорится, не будем мы это
уже трогает. Поэтому, вы знаете, плей-офф — это такой интересный турнир. Это отдельный совсем турнир, это не чемпионат, потому что можно с одной командой сыграть игру, поехать уже играть в другую. А здесь уже в ход идут разные методы, разные нюансы, и ну, кто-то так делает, кто-то так. То есть я думаю, что для нашей команды, еще раз говорю, что у нас процентов, наверное, 60, если так посчитать, что вообще плей-офф там, может быть, я не знаю, первый раз играет или вообще не играли. Поэтому я думаю, что мы будем сильнее. И для, если говорить про сборную, то опять же все, я вижу, что команды, ребята, вот, которые тот же Паша Акульзин, ну, я думаю, что даже по сегодняшней игре просто видно, что это лидер команды. То есть он настолько добавил за сезон. Я вам могу честно сказать, что летом я сомневался вообще оставлять его в команде или нет. Но мне как бы нравились его какие-то качества, и мы его оставили. Я думаю, что это так со многими игроками произошло. Поэтому я думаю, что нет ни одного игрока здесь в Барысе, который, скажем так, не добавил в мастерстве, в ментальности. Здесь же ведь, когда ты играешь в плей-офф и хочешь пройти, не просто сыграть первый раунд там, или еще что-то. Если ты хочешь идти далеко, то ментально еще нужно быть готовым к этому. То есть ты должен понимать, на какие ты вот на этот период должен отключиться от всего. То есть ты должен, ну, как, если так, такими словами сказать, пожертвовать, ну, чем-то ради того, чтобы идти дальше. И с благодарностью болельщикам мы сегодня хотели очень выиграть и еще раз привести седьмую игру сюда. Но, к сожалению, еще раз говорю, это дисквалификация Дитса и отсутствие блокера, ну, я думаю, что решающую такую роль сегодня сыграли, поэтому, к сожалению, так. Но спасибо за поддержку, еще раз говорю, я благодарен болельщикам, которые до конца нас поддерживали. Но я думаю, ребята сегодня все равно до конца, несмотря на вот этот счет и на такие голы, но все равно ребята сражались до конца. Еще вопрос, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Спасибо.